Всем привет! У нас все отличная рыбка. Кита камчатская. Весом 3 килограмма. Сделаем из нее шашлык. Тандыри. Для этого у нас не понадобится соль, перец, оливковое масло, лимон, сладкая паприка сушеная и чеснок сушеный. Ну а также картофель на низ рассадим, замаринуем его. Разделаем рыбу. Рыбу мы помыли, обсушили. Красавица у нас рыбка. Хребет уберем, на суп используем. Лишнее срежем. Порежем порционно. Посолим. Перчим. Красной паприки добавим. Отрём. Добавим оливковое масло. Все перемешаем и оставим мариноваться на полчасика, пока тандыр прогорит. Замешиваем картофель. Обсушим его. Добавим соли. Перец. Добавим масло, все перемешаем. Лимончик кольца не пойдет. Пришла очередь наставить наш шашлык. Сначала лимончик сверху. Картофель на низ. Вот так вот будет. Вот такая получилась у нас красота. Будем загружать тандыр. Ждем с нетерпением. Опачки. О, красота какая. Что, ребят, рыба у нас готова. Держали мы ее 15-20 минут. А картофель еще не приготовился. Отправляем еще в тандыр минут на 10. И будем пробовать. Йоху. Это вкусно. Ребят, попробуйте готовить так же. Я думаю, вы удивитесь. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч.